Через 5 недель в Германии пройдут выборы в Бундестаг, и 16-летняя эпоха Ангелы Меркель закончится. В Берлине стартовала предвыборная кампания Христианско-демократического союза. В борьбу за пост канцлера вступает Армин Лашет. На фоне тревожных рейтингов Ангела Меркель поддержала своего возможного преемника. Свобода питает наш христианский дух, и именно поэтому в оставшиеся 35 дней нужно бороться, чтобы привести Германию к хорошему будущему. И это, конечно же, с Армином Лашетом в качестве нашего будущего канцлера. По последним опросам, в спину Лашету и его партии дышат социал-демократы во главе с Олафом Шольцем. На третьем месте «Зеленые» и Анна-Лена Байербок. Но Лашет не собирается сдаваться. «Я буду бороться изо всех сил, чтобы эту страну не захватили идеологи, чтобы у нас был шанс реализовать наши идеи современной Германии. Вот за что мы боремся, и за это мы готовы отдать все, что можем». Падение рейтингов правоцентристов и Лашета в частности связывают с недавним скандалом. Во время посещения пострадавшего от наводнений района он был замечен смеющимся в окружении других политиков.